Здравствуйте, добрый день. И ключевая задача – это безбарьерная среда для инвалидов. Мы являемся основной базой для колясочников, поэтому формируется вариант выезда, пандусы, по которым мы зашли. Городскую больницу номер 40 курортного района с рабочим визитом посетил губернатор Санкт-Петербурга. В медицинском учреждении сейчас происходит реконструкция нескольких корпусов. В частности, здание отделения реабилитации в скором времени ждут большие положительные перемены. Весь комплекс проводимых работ на территории больницы в результате сможет дать ответ новой реальности в случае такой необходимости. И в этой зоне мы как раз сформировали шлюз с возможностью в любой момент по команде превратиться в ковидную. Сколько в общей сложности мы дополнительно получим ковид? 550 коек. Из них 60 реанимационных. То есть, в принципе, готовность, но и тогда было и плюс. У нас остальные корпуса также мы тогда с Росатом отрабатывали систему перевода лечебного учреждения ковид, и вместе с ними наша команда отработала эту идеологию, которая потом была и транслирована на другие учреждения, и, соответственно, вот Ленэкспо тогда по вашей задаче также участвовали, формировали именно логистику. Несмотря на сложную ситуацию с ковид, больница продолжает модернизацию оборудования, ремонтируются здания, в том числе и возводятся новые корпуса. При этом экстренное оказание высокотехнологичной хирургической помощи на всех отделениях больницы при коронавирусной пандемии ни на день не останавливалось. К тому же 40-я больница передовая в области реабилитационных технологий. И как раз в этом направлении в новых условиях учреждение показало пример, которому сейчас следует во всей стране. Я хотел бы отметить, спасибо сказать, потому что впервые в России в мае месяце мы здесь открыли постковидную реабилитацию на 180 коек. Вот уже май месяц, мы только уже завершался первый подъем. Да, и мы сразу открыли реабилитацию, получили соответствующий опыт, как реабилитировать больных после инфекции. Все хорошие результаты. И опыт хороший, практика хорошая, хорошие компетенции получили. Надо дальше так и продолжать. Ну и потом этот Россия взяла наш опыт, да, нашу технологию. Ну, вот тысячи уже реабилитированы. Это хорошее количество, надо так дальше продолжать.